Закупиться и повеселиться. В эти выходные в Саране и Актасе прошла большая сельскохозяйственная ярмарка. Сделать запасы на зиму и поучаствовать в оригинальной концертной программе мог любой желающий. Антон Александров наблюдал, как это происходило. Каждый год власти Сарани приглашают сюда сельхозтоваропроизводителей. Такие ярмарки организовывают для местного населения осенью, потому как в это время большинство и собирает запасы на зиму. Села Абайского района возят сюда свою продукцию уже третий год подряд. За это время появились и свои покупатели и привозят товар, который здесь более востребован. Мы вот приехали с Абайского района, участвуем на сельскохозяйственной ярмарке три округа. Это Юбилейная, Мичуринск сельский округ и сельский округ Курма. Мы привезли 60 тонн картофеля, 30 тонн овощей и 50 тысяч штук яйцо. Больше всего на ярмарке было картофеля. Востребованность подобных мероприятий запросто можно оценить по количеству желающих закупиться. Для производителей это возможность напрямую и быстро реализовать свою продукцию без посредников. Мы, саранские производители, постарались представить самые лучшие наши виды продукции, то есть колбасы, копчености, деликатесы из любого вида мяса, курицы и птицы. И постарались сделать очень хорошие цены для того, чтобы люди смогли оценить по достоинству и попробовать наши деликатесы. Для хорошего настроения и активного темпа была организована специальная концертная программа. Оригинальные призы вручали самому юному покупателю, самому улыбчивому продавцу, скромному и ненасытному закупщику и не только. Конкурсов и оригинальных овощных подарков было навалом. Пока одни развлекались у сцены, другие активно закупались. За один день в Саране было реализовано порядка 5 тонн говядины, конины и баранины. А также раскупили 2 тонны свинины и порядка 30 тонн различных овощей. Сегодня по поручению акима области города Саране проводится ярмарка Ауылбереке 2015. К нам приехали сельского района Кархарлейский, Авайского района. Привезли мясо, баранина, говядина, свинина. На общую сумму сегодня реализовали продукцию на около 25 миллионов тенге. Подобные ярмарки власти Сарани организовывают ежегодно. Сначала в городе Спутники, затем в поселке Актас. Хотя и мини-распродажи ведутся регулярно в местном социальном павильоне. Антон Александров, Арман Бектубаев, Никита Косых, 5 канал.